Очень много видео сейчас таких записывают, где вот фиксируется недолив, конкретный недолив. Хотя недолив с подогреванием бензина довольно проблемно вычислить, но вот мы решили залить десяточку, 10 литров канистру. Тут у нас есть фаски, вот они, деление конкретно по литрам, вот 10 литров. Давайте плюхнем сюда 10 литров. Алло, а зачем? Я еще сюда 20-ку влю. Ага, ну давай. Сразу же перекину. Я ж спросил тебя. Я вчера выходила, что я еще тебе не буду. Ну вот, плюхнули мы десятку и смотрим, сколько здесь. Вот 10 литров. Эксперимент не до конца чист, делали с доливом, поэтому надо будет повторить. Что, нормально?